Рагнарёк 1040, 2600, ну да. Так, блин, у меня мышка как-то что-то хренькую, у неё немножко вытворяет. Ой, я нашёл, вот теперь ты сидишь на сокровищнице. Такое ощущение, что кто-то мне взял и чувствительность повысил. Нет. Так, высота у меня какая? 53. О, вот эту сокровищницу, по-моему, ты уже обкрадывал. Да. Ох ты! Я прям есть хочу. Да я не этот блок хочу выкапывать. Чё с мышкой? Она просто туда-сюда так совершенно не по моему желанию резко поворачивается, как будто ты. Непонятно, как-то все очень. Я не хочу вплавь туда добираться. Там впереди океан. Да не этот блок. А, я помню, тогда, когда играли в последний раз, у нас еще какая-то была там пещерка, которую мы не дообследовали. О, точно! Да что с этой дебильной мышкой? Что? Или это стол такой тупой внезапно стал? Я таким темпом скоро в лаву свалюсь и сдохну. Именно вот так вот, да. Ой, еще одна сокровищница. Да как так? Ну серьезно, я вообще не понимаю, что происходит. По-моему, следующие звуки будут звуки разбивания мышки об стол. Не, еще одну я ломать не хочу. Еще одну? Ой, это тоже обследованное. Сначала как-то сервер лагало, а потом все нормально стало. Ну да. У тебя уже три этих штуки. Прогресс. Так, очередная саванна. Да почему у меня мышка сейчас сама в себе просто вверх решила посмотреть? Сама мышка? Ну блин, ты понял. Ну да. Я копаю железо и даже его не добываю, потому что у меня нет места. Подожди, ты еще не в аду, что ли? Так я... Да, а с чего я тебе его сделаю? Я ищу какую-нибудь пещерку, где есть лава. А обсидиана-то нету. Я же не подумал, я тупой. Слушай, такими темпами скорее я доберусь до дома без всякого ада. Да уж. Стоун. Ой, да это же... О, классно, у меня нет факелов. Включаем ночной режим. Хотя знаешь, у путешествия на верхнем мире тоже есть свои минусы. Они сейчас наступят в третий раз. Или в четвертый уже. Ночь? Да. Так. Да нафига я опять какой-то блок с самого снизу стал выкапывать? Я же этого не просил. О, я слышу скелета. А у меня начались некоторые проблемы, потому что у меня кончилось мясо. Ой. У меня осталось только 22 моркови. О, я нашел шахту. Офигеть. Вау. О, летающие рельсы.
И тут без Wingardium Leviosa не обошлось, да? Да. А мышка настолько хрень вытворяет, что я просто, я сам не могу понять, куда я сейчас смотрю. Просто тупо, то я смотрю сюда, то я внезапно смотрю уже совсем в другое место и не понимаю, как это произошло. Но лавы-то тут какого хрена нету. Кажется, я знаю, с какой стороны я подойду к дому. Стороны летающей тарелки. А-а-а. О, я уже вижу старые добрые болота. Которые совсем не добрые. О, лава, лава, по кайфу же есть. Правда, всего один блок. Обсидиан. У меня нет для него даже места. Ладно, выкину один из стаков булыжника. О, спаунер пещерного говна. Такого спаунера я раньше не видел. Уже, а вот в болотах ведьмы спаунятся чаще, чем в остальных биомах? А хрен их знает вообще. А. О, еще один спаунер пещерного говна. А у меня взлетел спрут. Ясно. Тут забыл, что он спрут. Ой, два крипера, да, Роксаны? А это так, у меня на пути гора, и думаю, она должна стать последним препятствием к дому. Я слышу лаву, я слышу лаву. Ай, не затащил паркурчик по кувшиночкам. Где лава? Я ее слышу так близко. Она снизу, что ли, или сверху? Она прям надо мной. Да. Как удобно, да? Да уж. Так, зеленый не надо свои проделки делать. Молодец. Да тут, смотрю, меня встречают с хлебом. Отлично, я теперь я прям над ней. Успех. Сейчас добуду обсидианчика. Оп. Так, два кусочка. Три кусочка. Четыре кусочка. Покушать. Пять кусочков. Так, вот, ну-ка. Да, пять кусочков. Ой, срочно покушать. Шесть. Семь. 8, 9, 10. И так для красоты. Тебе надо добавлять еще после каждой цифры слово «прыгнул слоник через забор». Чего? Ну это такой способ уснуть. Именно там раз прыгнул слоник через забор, два прыгнул слоник через забор, три на меня нападает паук, четыре я вижу трех криперов. Окей. Я тебя совсем сбился со счету. А я... Мне надо желательно вернуться в свою пустыню. А дело в том, что я ее потерял. А, не мудрено, да? То есть я специально стал искать обсидиан, чтобы сделать себе портал, чтобы потом возвращаться к этой пустыне. А саму пустыню я потерял.
Ага, так, вот тут я был, я помню это. Так, этот спаунер пещерного говна, я помню. Эх, жаль, что у меня сейчас под завязку инвентарь забит песчаником, гладким песчаником, песком и прочей песчаной штукенцией, потому что так хочется сейчас скопнуть глину, раз уж я на болоте. Так, это что за гравий? Ой, я, кажется, знаю, где я. Да, вот, я все, я вернулся. И сейчас надо просто добежать. А, стоп, у меня. Блин, мне железо же один кусочек нужен. И кремень. А лопата-то на шелковое касание, так что гравий придется добывать кулаком. Минусы шелкового касания. Да. А вот все. И ради этого одного кусочка придется мне что-то из инвентаря выкидывать. Ну и... Хотя нет, лучше я вначале найду железо. К тому времени, возможно, этот кусочек еще не деспаунится. И все будет очень по-умному. Но у меня все равно придется что-то выкинуть из инвентаря. Или мне стоило вначале поставить весь обсидиан, а потом уже. А, вот тут прям. А нет, это ни хрена ведь не Так, железо. а я близко к дому. Ладно, пофиг, я вначале поставлю обсидиан, потом уже вернусь с этим всем. Возможно, тут где-нибудь в пещере. Ой, как я по. Я повернулся случайно в другую сторону. А, железо тут есть, хорошо. Гравий вроде тоже где-то здесь был. Как там не может быть железа? Длинный подъем вверх. Сейчас там на меня в моей пещерке дофига мобов нападет, я это уже знаю. А еще сейчас ночь. Да, сейчас ночь еще. Вот это как раз пользуюсь дарами ночными. Смотри-ка, у меня в пещерке ни одного моба нету. Чудеса. Ну все, я вижу дом. Норм. Так домой мне все равно придется вернуться за мясом. Слушай, ты сколько там мяса взял и какого мяса У при меня этом? 6 овчатины осталось. А. Так, золотой скелет. Полностью зачарованный. Нет, мне побрезгалось. Так, портал я построил. Теперь Настало время надо. приключений. Нет, теперь настало время еще искать, как его поджечь. Смысле? Так у меня нету сейчас ни железа, ни кремния. А. Так, железо я тут где-то видел. Вот оно. Сейчас кремень тоже найду. Так знаешь, чем еще прикол? Железо, Чем? что надо? Переплавить. Да ладно, найдешь булыжник. Для того, чтобы сделать печку, нужен верстак. Дерева у тебя нету, да? Ничего, все норм тут. Я же в заброшенной шахте. Дерева тут хватает. Сейчас все будет. Ох, как все сложно. Все сложно. Слушай, ты Зомбеныш проделал с хватит гравием в места для руке. сумки. Зомбеныш принес мне гравий.
Спасибо. Молодец за. О, и из этого гравия мне выпал сразу же хремень. О. Зомбёныш просто по кайфу, чел. Жаль, только он это уже не узнает. Да. Ладно, верстак и печку я оставлю здесь. Так, а мне нужно починить лопату и шлем. Четыре, три. Два даже. Лопата не самый нужный для меня инструмент. Тут ему хватит и одного для починки. Словами зачарования два. Ну ладно. И шлем. О, вообще замечательно. Ох, неужели я наконец-то сейчас отсюда уйду? Даже не верится. Хм. Ура. Ой, а я немного тупанул. Можно было сделать две лопаты и соединение между ними, и получится целая лопата. Так. Я оказался в каком-то рандомном месте. Хрен пойми где. Неизвестность. Да. Так, нет, мне не в ту сторону, мне вон туда. А я тупо был еще больше, мог просто сделать нормальную лопату. И никаких зачарований для этого не нужно, никаких уровней тратить. Просто три уровня зря потратил. А, нет, не зря, я шлем починил за один уровень. Ну, правда, слабо починил, но этого будет достаточно. Ох, ладно, сейчас будем делать мостики через лаву. Ой, чуть не залагало. Ой. Так, ну чё, где знакомые места? Я чё-то не понял. А, вот я вижу железную дорогу. Ну, так, отлично, я... скоро свидимся. Да, только я не помню, с какой стороны я. Я сейчас не пойму, с какой я стороны от этой железной дороги нахожусь. Ой, я думал, что ты сдох. Как? Делает хлеб? Не, просто я увидел сообщение и подумал, что ты сдох. Первое, что в голову пришло. Реально, ни хрена не пойму, как я сейчас с другой стороны я смотрю на эту железную дорогу. Ладно, надо прокопать куда-нибудь вверх. Ой, тут лава. Она такая быстрая в этом сраном аду, это невероятно. Да пошла ты в жопу! Пошла в жопу! Что-то происходит с тобой. Да я пытаюсь прокапывать туннельчики по аду, а там лава спрятана внутри. И она растекается примерно за скоростью, как вода. Mm. Это очень грустно. Если я сейчас сдохну, то
Не удивляйся. О, это что? Это что? О, я пришел прям ко входу. Все. Зачем ты прокапывал туннель? А потому что я ни хрена не мог понять, где я был и как мне попасть туда, куда мне надо попасть. О. Ох, да. Что ж, миссия выполнена, песчаник добыт. Да. Так. Во, я все сунул в сундук. А я все сунул в другой сундук. А. Ага. Понятно. Ну и ладно. Ну чё, еще что-то или все? Да думаю, все на этом. Ну я тоже так считаю. Так что, ну, кстати, типа, наверное... Не разберемся в следующий раз. Да, ладно. Спасибо, тогда всем пока и спасибо за просмотр. Всем пока и тебе тоже пока. Да, взаимно.